Весна на пороге, а это значит, совсем скоро наступит время весенних полевых работ у сельхозтоваропроизводителей. В управлении сельского хозяйства заверили, что удешевленное дизельное топливо уже выделено. Дефицита не будет. Крестьянские хозяйства получат такой объем, который им нужен для проведения посевной. Для проведения весенних полевых работ в Павлодарской области выделено 23 800 тонн удешевленного дизельного топлива, на 2000 больше, чем в прошлом году. На февраль 3600 тонн, на март 8 тысяч, на апрель 9 600 и на май 3600 тонн. В феврале уже принято 68 заявок и распределены 2400 тонн. Договоры уже заключили, оплата прошла. Отгружено 700 тонн дизельного топлива. Основные районы получатели – Железинский, Теренколь и Иртышский. 10 февраля мы проводили конкурс по определению операторов с участием сельхозтоваропроизводителей. И определены два оператора – это ТОЛФ Трейд и ТОТК Парнас. Операторские услуги составляют 228 тысяч или за литр 196 тенге. В этом году не работает система кулдау, поэтому заявки принимаются в бумажном варианте. Для этого сельхозтоваропроизводителям необходимо обратиться в акимат города или района. У нас самые пассивные районы – это Иртышский район, зерновые районы, Теренколь, Железинка. Плюс добавлено это Успенка и Щербахтинские районы. Объем дизельного топлива определяется по количеству посевных площадей. Важно понимать, что удешевленное дизельное топливо – это не господдержка и не субсидии. Договор заключается между КХ и оператором. Евгения Мягченко, Дусымбек Токай, Ертасакпарат.